Говорить.
Ну зачем же так? Ну зачем? Нам ведь без злобы надо, а то остервенеем, как немцы остервенели. Рита! Послушай, Рита, ну как же можно? Рита, ну ей 17 лет, ну она же еще ребенок, ну вспомни, какой ты был. Да, подкидыш! Подкидыш! Мне фамилию и ту мне в кондоме дали, четвертак, потому что меньше всех ростом вышла, а четверть меньше. Меня из-за этого на войну не брали. Всю группу взяли, а меня нет. Не подходила, видите ли, ни ростом, ни возрастом. Но я не сдавалась. Штурмовала военкома и брала так безостенчиво и так нагло, что запутался он в конец и дал мне такие направления. И вот я здесь. И нет разницы, что я детдомовская, а вы нет. Мы все на войне. Мы все Родину защищаем. Мы здесь все галы, как детдомовские. Эх, Кристер, красавица сделала, девки все завидуются. Почему как детдомовские, Женя? Ну, тогда потому что я вот тоже одна теперь. Маму, сестру, братишку, всех из пулемета уложили. Обстрел был? Расстрел. Синий ком состава захватили. Вот пулемет. А меня из Тонка в доме напротив спрятала. Я ее все видела. Все. Сестренки последние упали. Специально добивали. Николай, пожалуйста, Женечка, не плачь. Женечка, не плачь, не плачь. Вальс.
танцевать. Танцевали. Потом окна стреляли. Потом мне проблем пошел. Я помню, страшно схитрила, завела его самой длинной дорогой. А он только молчал и курил. Каждый раз робко спрашивая разрешение. И знаете, девчат, у меня от этой робкости сердце прямо в коленки падало. А потом он на заставу ехал. Мы с ним долго еще переписывались. А летом все, летом ЗАГС. Через год я ему сына родила, Алика, Альберта, то есть. А еще через год война началась. А он же пограничник. Они первые врага встречают. Театральная студия Евгения Вихарева. Дорогие друзья, поэты, люди рассеянные, я хотела сразу зажечь свечу в память о наших талантах.